Полесский драматический театр готовит очередную премьеру. На этот раз это будет постановка по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай желания». В спектакле заняты наши молодые артисты. Это главную роль играет Тони Рокало, главного героя играет Ваня Величко. Сестру главной героини играет Таня Байкачева, Таня Гулевич. Вот. И Мич у нас тоже такой влюбленный персонаж. Его играет Артем Клепчин. Режиссером нового спектакля выступил Павел Маринич. «Трамвай желания» – одна из известнейших пьес Теннесси Уильямса. Она была закончена автором в послевоенное время, а драматург выдвигался на соискание премии «Оскар» как лучший сценарист за адаптацию пьесы для кино. Однако от атмосферы послевоенного времени в Полесском драматическом театре решили уйти. События развиваются в наши дни. Что мы перенесли ее в современную действительность. То есть получается, что есть и мобильные телефоны, одеваются артисты в современную одежду, звучит современная музыка. Поэтому вот наша фишка вот этого спектакля. Постановка рассказывает о взаимоотношении двух сестер и мужа одной из них в не самый легкий период жизни одной из женщин. Темы спектакля – это и любовь, и взаимоотношения мужчины и женщины, и взаимоотношения в семье. Красной линией вот проходит тема двух сословий. Значит, первое сословие – это простой человек из народа, и второе – это женщина. Вот она воплощается в образе главного героя Стэнли Ковальского, а второе сословие – это аристократичная женщина Бланш, которая приезжает в семью к Стэнли, и вот между ними из-за непонимания вот двух вот этих вот миров возникают конфликты. Пьесу неоднократно экранизировали. Она выдерживала множество постановок и до сих пор идет во многих театрах мира. Сейчас возможность познакомиться с этим произведением есть у пинчан. Премьера спектакля «Трамвай желания» состоится 25 и 27 апреля. Ну как расскажешь о человеке, которого любишь? Где такие слова найти?